Детская шалость с тяжелыми последствиями. В Акбулаке под поезд попал 4-летний мальчик. Это произошло во время игр возле железной дороги. Тысячетонный грузовой железнодорожный состав не смог моментально остановиться. От удара ребенка отбросило на 40 метров. Игра детей на железнодорожном полотне обернулась трагедией для родителей. Взрослые дети, возросли, которые были, они успели отойти в сторону. Маленький, 4 лет, ребенок не успел отойти. Был сбит поездом. Машинист предпринял все меры. Тормозной путь составил более 300 метров. Но трагедии избежать не удалось. Железнодорожная трагедия – это несчастный случай, однако по действиям машиниста назначена служебная проверка. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в реанимацию Акбулакской центральной районной больницы. Медики борются за жизнь мальчика. Черепно-мозговая травма, контузия головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние. Сейчас положительная динамика некоторая идет. С начала года это уже второе происшествие на железной дороге с участием детей. Железнодорожники и полицейские просят родителей быть более внимательными к своим чадам. Вдоль железнодорожного полотна расположены сотни населенных пунктов, а детская шалость на опасном объекте до добра не доводит.